Почти торжественная церемония. Сегодня первый день без воздушной тревоги. Первые сутки за последние 4 месяца. Обычно эта квартира наглухо отрезана от внешнего мира. Закупорена, зашторена и на полную громкость музыка, чтоб не видеть и не слышать. К этому невозможно привыкнуть, но приходится с этим мириться просто. И вы знаете, вот то, что я занимаюсь музыкой, это отвлекает. Это очень отвлекает, и я стараюсь не думать о том, что сейчас тревога, и окна у меня закрыты, я этого не слышу. В маленьком Сдероте мальчик Гай – большая знаменитость. Здесь же в квартире стена славы, кумиры и поклонники. От поклонников – приз зрительской симпатии в специальной рамке, кумиры без ограничения повсюду. Когда цель ясна, ничего не страшно. Looking over me down, stepping my face, slander my name all over the place. Would you do the thing or what you wanna do? I'll hunt again for my shoes, but... Вот уж действительно в Сдероте особая атмосфера. Вроде Пресли, вроде ретро, вроде как радость. Но ритмы рок-н-ролла под стук домашней тапочки удивительным и циничным образом совпадают вот с этими ритмами. Ритмы, которые фронтовой город шкурой прочувствовал.